еще даже пещерный человек вынашивал вход в свою пещеру, кроме диких животных, для того, чтобы скрыть от холода. И в Древней Греции, и в Египте, и в Индии, и в Китае, и в Америке, и в Скандинавии умение украшать тканью окна, свои жилища ценилось ничуть не ниже, чем драпировка одежды. Менялись времена, менялась мода. Помимо защиты от сквозняков, занавески несли и другую функцию. Появились балдахины, ламбрекены, различные многослойные драпировки. Но легкое, воздушное такое оформление на окнах, я считаю, что это самое идеальное для окон. У меня сегодня стоит задача снять мои занавески и постирать. Просто хочу поделиться, никого не учу, хочу показать так, как это делаю я. Ты снимаешь? Это я снимаю. Так, я сегодня с помощником, он мне поможет снять мои и гардины, и тюль. Вообще тюль — это такое собирательное название, изготавливается из различных материалов. Это может быть и шелк, это может быть и синтетика, и вискоза, и хлопок, лен, различные ткани. Объединяет большую такую группу тканей с деликатными переплетение. Сейчас мы снимем и дальше будем стирать. Но так как занавески висели у нас долго, и это, я уже сказала, своеобразная защита, в том числе и от пыли, перед тем как делать влажную стирку, да, замочить их, их нужно подвергнуть сухой так называемой стирке. Но пылесосить я не буду. А так как у меня есть возможность, я выйду на террасу и просто-напросто струшу. Пока некоторые будут продолжать снимать оставшиеся части. Я сняла подхваты и струсила пыль. Можно было бы пропылесосить, но в данном случае мне нет смысла. Сейчас я сложу их, потому что если бы у меня еще были бы петли, то петли тоже необходимо было бы снять. Но так как у меня... Так как у меня икеевская такая гардина и, соответственно, и карниз такой трубный. Вот, то у меня здесь нет. Нужно было бы их снять, если бы они здесь были, конечно. А для чего я складываю? Потому что стирать я буду эту гардину, я буду стирать на деликатной стирке в машинке. И вот таким вот образом, если я ее сложу, а не просто скомкаю, то на выходе она не помнется. А вот смотри, Вова, сразу без занавесок, без гардин, как становится комната такая не совсем уютная. Значит, одно окно мы освободили. Я надеюсь, что мне помогут и пропылесосят сверху, протрут карниз. И вот это окно у меня тоже предстоит оформить, сделать ему такую чистку. Здесь ситуация такая, что здесь висит только тюль, здесь нет гардин. То есть здесь два комплекта тюль одинаковых, просто они создают такую воздушность и объемность.
Значит, так как я собираюсь стирать гардины именно, гардины машинки, они деликатные стирки, я их струсила, сделала так называемую сухую чистку, но не пылесосила, потому что на них нет паутины как таковой, просто слегка пыль струсила. Вот. И аккуратно складываю так, как если бы я их отправляла на хранение в шкаф. И вот таким образом я положу в барабан машинки. И вот это позволит им не помяться на выходе, не стать такими жонками. Значит, если бы вдруг случайно, ну, может быть, это кухонная замазочка, были бы какие-то пятна на гардинах, у меня, слава богу, ничего нет, то их можно застирать моющим средством, например, да, кухонным моющим средством. Начинать от края и идти к центру пятна, а затем уже стирать обыкновенным моющим средством, желательно, конечно, жидким. А еще пятна выводятся глицерином и аммиаком в пропорции 1 к 1. Ну, это так, если вдруг кому-то пригодится такая информация. Все, сейчас еще струшу тюль, а тюль я буду стирать вручную. Хочу ее сначала замочить. Когда-то очень давно мама мне подсказала один такой лайфхак, как сейчас принято говорить. Для того, чтобы вывести вот эту вот серость и пыль, в любом случае накапливается, в любом случае меняет цвет занавески. Необходимо замочить в крепком растворе соли. Соль хорошо вытягивает вот эту вот грязь. Поехали! Так, я аккуратно сложила и буду стирать на режиме деликатной стирки. Можно стирать при 30 градусах, но я вообще буду стирать холодной водой. Пока занавеска висит на окнах, ощущение, что она чистая, но стоит снять, сразу видно, насколько она запылилась. Мне простительно, я не была год дома. И вот прямо сюда сейчас такую щедрую порцию соли засыплю. Ни в коем случае я не стираю даже теплой водой, холодной водой пока замачиваю, чтобы вот эта грязь вся не впечаталась в ткань. Вот пока оставлю в таком вот состоянии, ну, минут на 15-20, может быть, полчаса, пусть чуть вымочится в соли, без моющего средства. Затем я хорошо прополосну, буду поднимать, такими несколькими усилиями поднимать и отжимать, и прополоскаю снова в чистой воде, а потом уже засыплю моющее средство и буду стирать моющим средством. Пока висели, казались чистыми. Так, в общем, прошло у меня какое-то время, чудеса монтажа. Я спускаю эту воду. Сейчас прополосну их опять в прохладной воде и уже засыплю порошком. Вот такая вот. Но они у меня не такие не кипельно-белые, а все-таки немножко имеют молочный оттенок, эти икеевские занавески. Но все равно, как, откуда? Пожалуйста. Пока висят, кажутся чистыми. Ладно, я не оправдываюсь, это я такая засранка. Поднимаю несколько раз и с усилиями вот так поднимаю, опускаю и вымываю вот эту всю соль вместе с грязью практически до чистой воды. Есть еще один способ придать, так скажем, вернуть белизну, придать немножко такой вот более живой оттенок занавески. Это раствор бриллиантовой зелени. Сама по себе зеленка, конечно, может оставлять пятна. Даже после соли вот вода
имеет вот такой вид. Сейчас я еще раз прополощу и опять в чистой воде и снова засыплю моющим порошком. В этот раз я не использую зеленку, просто потому что у меня ее не оказалось. Вода уже гораздо чище, поэтому это не может не радовать, но я еще раз замачиваю порошки и добавлю еще соли. Оставлю еще раз замоченную, но уже вместе с моющим средством соли. Возвращаясь к зеленке, необходимо 15 капель бриллиантовой зелени растворить в 200 граммах воды. Размешать, дать хорошо настояться, проверить, нет ли осадка, влить в таз чистой водой и постоянно перемешивая, переворачивать тюль, ее в этом растворе продержать. Ну вот видна вода, разница, да, какая была при первом замачивании, какая сейчас. Все равно оставляю еще минут на 20-30, пусть помочится. И возможно, как раз пока у меня достираются гардины, я потом и эти, и тюль брошу в машинку. Зеленка очень эффективно устраняет желтый налет. Проверено годами и моей мамой. А мама плохого не посоветует. В следующий раз обязательно воспользуюсь этим советом. А вот такой вот декабрьский сад унылый. Разбавлю немножко занавески садиком. И пошли дальше заниматься. Сейчас я сполосну тюль и тоже заложу в машинку. Пусть простирается. Это отправляю в машинку, тоже на деликатную стирку. А здесь вода мыльная с солью, замочу кухонную занавеску, тоже пусть чуть-чуть побудет. Ой, бабочка прилетела. У меня и с молодости, с юности сохранились кое-какие брошки. Естественно, я их не ношу. Это когда-то была орифлеймовская брошка. Я просто их на занавеску вешаю. Такой вот как привет из прошлого, привет из лета в виде бабочки. Пусть пока полежит. Пока занавеска у меня стирается, есть время для того, чтобы пропылесосить окно, смахнуть пыль и подготовить его к тому, чтобы чистые занавески заново украшали дом. Естественно, протираю стекла чистящим средством, специальным для окон. Работать это хорошо, но отдыхать тоже надо. Кофе ровно.
кофе? Кофе и ром – это классическое сочетание. Впервые впервые смешали горячий кофе с ромом в 19 веке на острове Нордштадт. В то время на острове это не реклама. Служил пастор, который очень строго относился к употреблению алкогольных напитков. Он был куплен когда? 2005 год? Ой, как пахнет. Вот что касается того пастора, который служил на том острове. Молодец был, да? Старик. Буква в помощь. Я сочетаю, не такая уж и умная, как пытаюсь казаться. Значит, пастор очень строго относился к употреблению алкогольных напитков. И на одном из празднований жители острова додумались добавлять алкоголь, а именно ром, кофе, спрятав его под шапкой сливок. Но мы без сливок, но все равно. Хотя мы ни от кого не прячемся. Пастор, присутствовавший при этом событии, обо всем догадался. Отпив кофе из чашки, остался доволен. И в этот момент он произнес слово «фарисеи», что и дало название напитку. Совершенно другой. Очка, не тормози. Да, действительно, вот крепость подчеркнулась, такой слегка необычное сочетание, очень согревающее, очень бодрящее. У нас, как я сказала, брейк тайм, перерыв. Я сняла свитер, согрелась. Ладно, увидимся чуть позже, когда будем гладиться на лес. Помаши маме ручкой. Мама, спасибо. Ой, господи, преимущество собственного дома. Вот так вот. Бегаем друг за дружкой с камерой. Так, а я начинаю гладить занавеску. В общем, гардины у меня пока там выветриваются на террасе. А вот эту так называемую тюль я сейчас проглажу влажную. Я ее вытащила из машинки. Она отстиралась, чистенькая стала, белоснежная. Все, начинаю гладить, вывешивать и заканчивать это видео. Еще раз повторяюсь. Это видео не учебное, никого не учу, никому ничего не показываю, вернее, никому ничего не доказываю, что это. Вот, просто-напросто делаю уборку в своем доме и снимаю свое удовольствие и делюсь с миром. Поехали. А вы знали, что тюль мужского рода? И имеет свои корни во французском языке, потому что это был такой город Тюль. Там стали производить эту ткань еще в 15 веке. По легенде, король Людовик XI издал указ, в котором потребовал придумать такую ткань, которая могла бы полностью скрыть человека, но чтобы сам скрывающийся за ней все видел. Такой каприз, оказывается, исходил от невесты короля. Она не хотела быть узнанной на свадебной церемонии. На призыв как раз и откликнулись ткачи из города Тюль. И вскоре ткань получила широкое применение. Какой чудесный город Тюль!
Ну, а здесь мне без помощника не обойтись. Когда я маленькая была, Верочка? Да. Манечка. Ну, вообще-то, да, Верочке можно было бы не срезать, потому что... Но Верочка будет как стирать, как ухаживать. Чуть ли нельзя так ругаться. Иди, иди. Лариса, ну... Черный, белый. Чёрт, белый. Нельзя. Не подделай. Мужское, женское начало. В каждом добром поступке есть частичка зла. Так же в каждом зле. Частичка добра. Нет, ну надо было включать мозги. На кухне купили белое карнизо, да? А сюда хотели черный. Зачем? Ну, контраст такой. Техническая часть работы. Да, тяп-ля. Не тяп-ля. Классно. Ну-ка, давай. Одним. Опс. Он как классно. Вставляй, сиди. Хорошо. Ну все? А, да. Так, еще. Спасибо большое. Так, я прогладила и эту гардину тоже. С двух сторон ее прогладила. Она еще чуть-чуть у меня была влажненькая, но это, в принципе, и хорошо прогладилась. Вот. Стала она чистенькая, белоснежная. Аромат сразу в доме. Обалденный. Хочется поскорее елочку вот сюда водрузить. Вовочка! 1 декабря, к сожалению, мы проморгали в этом году традицию. Так, все, глажу еще одну половину, и потом у меня вот та половина. Но я думаю, что это я уже буду делать без видео. Покажу просто конечный результат. Вот. Ты что, разницы не замечаешь, что ли? Ты что, желтый? А что ты делаешь? Что ты делаешь? Упс! Что? А я наклонила, и она так бум. А, ну, включай. Гори, елочка! Ура! Новый год будет! Чего? А ну так чуть-чуть отодвинь. Вау! Мы свою птицу счастья поймали за хвост. Чего и вам желаем. И пусть ваш день будет обязательно добрым, независимо от всех обстоятельств жизни, которые нас окружают. И с наступающими праздниками. И пусть весь мир подождет.